Неделя иностранного студента в Казанском федеральном университете в этом году проходит сразу на нескольких площадках. Инициативу проведения целой серии мероприятий проявил Институт международных отношений и его соорганизаторы. Ведь для университета привлечение иностранных студентов остается важной задачей. Результаты работы высокие. По итогам международного сотрудничества в сфере образования сейчас в учебном заведении обучается более 11 тысяч иностранных студентов из 101 страны мира. Порядка 350 соглашений подписано с различными университетами из более чем 80 стран сегодня. Я хочу сказать, что действительно задача университета – это экспансия, это расширение. Сегодня Казанский университет узнаваем в мире, во многих странах мира. Важно для нас – это отбор наиболее талантливых, наиболее амбициозных и мотивированных студентов. И такие есть в каждой стране на самом деле, которые могут не только закончить курс обучения, но и действительно внести важный вклад как в научную деятельность, в свою профессиональную деятельность. Может быть, даже остаться в России и сделать здесь класс, стать предпринимателями, такие тоже есть. Напомним, что программа 2023 года включает в себя не только квесты и экскурсии для студентов, но и лекции профессоров различных университетов стран мира, встречи с генеральными консулами нескольких республик, уроки иностранных языков, а также презентации профильных клубов университета и даже олимпиаду по русскому языку как иностранному. Завершится серия мероприятий праздничным концертом «Лунным Новым годом». Я думаю, что иностранным студентам Казанского федерального университета стоит пожелать достижения новых высот, развиваться не только в образовательной сфере, но еще и развиваться в научной, в творческой деятельности, найти здесь единомышленников, раскрыть свой творческий потенциал. Я думаю, что это, наверное, мои главные пожелания всем иностранным студентам, да и всему студенчеству Казанского федерального университета. Отметим, что скоро в рамках расширения сферы взаимодействия с иностранными студентами состоится выезд в Индонезию. В Джакарте пройдет образовательная выставка, на которой будет представлен Казанский федеральный университет. Работа планируется и в других направлениях: Иран, Колумбия, Эквадор, Египет, Турция, Китай и Африка. Евгения Евдокимова, Алина Красильникова, Фарид Захитаглы, Универньюз.